Мы выехали в школу, я опять везу Антоху. Вот сейчас вот увидели автобус на хуторе, он примерно 8 часов. Ну, может быть, там без 5. Поэтому нужно обращать на это внимание. Может быть, уже скоро будет ездить на автобусе, да, Антошка? Или ты не хочешь на автобусе? Тогда и будешь, да? Еще не привык? Антоха уже с другим портфелем. Ты выбрал другой, да, сегодня? Вот он, счастливый ребенок. Зай, ну не трогай машину. Ну посмотри, она же пыльнющая. Пошли. Что ты такой счастливый, сынок? Да? А почему? Расскажи. А, потому что мама не дала телефон, да? Так мама его только на выходных даст. Потому что ты же не слышал маму. Поехали. Слышал. Да? Ты меня взяла и забрала. Так, пошли переодеваться, кушать. Я там карбонару приготовила. Ну, не хочешь? Не будешь? Не будешь? Ну, борщик, наверное, будешь, да? Приходят сами в лес, там делают всякие шалаши. Ну, типа выживания, да? Да. Гриша хочет выживать. Вот сейчас идешь в школу и выживаешь. Мы тут с мамой вяжем, смотрим рожаных. У них тут 1 сентября, да, и уже их кормят. Сразу 1 сентября после линейки повели детей в столовую. Так интересно в Украине. Забрала теперь Григория. Как там физкультура? Тебе понравилось? На улице футбол играли? Да. Мы трое, Арман, я и Кирилл против всего класса. Да, 0-0. А, да? Ну, ага. Тут тоже хороший результат, да? Все, домой? Поехали. Так, Афоня, тихо, Александр. А, он все, слез сам? Ты сам слез? Александр, привет! Даш, он не писать хочет? Ты не хочешь писать, Саш? А. Да? Да? Ну иди расскажи. Ну иди расскажи. Сержиня хочет сейчас починить фонарь, ну вроде бы. А вот этот, который дети разбили, мы его замотали, потому что были дожди, чтобы сюда вода не попала. Фонарь здоровый. Дети были у него ленивые. Сарж уставал и заболел. И в то время он умер. И он оставил, пока он все делал, еще не умер, оставил записку. Они же копали, дети, и они нашли, прочитали. Когда я умру, делайте все. Они делали и делали. А царь еще умер. Они когда спали, они думали, что царь просто куда-то ушел. Без нас там гулять. Не, ну они пошли, все, весь город обыскали, нигде его нет. И они завели себе петуха красивого и корову. А чтоб им не пить воду, они вот молоко пьют от коровы. И так потом они пошли гулять, а вот к ним пришла соседка, она их зовет, и царя нет. Она думает, что, здесь ведь уже записка, они же написали. Царь, соседка, прости, но царь умер. И она такая прямо сама в обморок упала вообще. Потом она встала, пошла тоже гулять, увидела их. Она спросила, что это за записка. Они сказали,
Ты что, эту записку видела? На это никто нельзя смотреть. А вот принеси авто опять, Саша, принеси авто, тебе можешь это забрать, а это принеси. Нет, они любили же своего царя, но они были ленивы. Царь, потом царь, на небе его сердечко появилось. Они посмотрели, дети. Здесь же дети нарисованы. И они подумали, царь, тебе надо было помогать. Вот подумали, как не помогать. Расстроено же. Может, царь бы тогда подольше прожил, да? Все? Да. Нормально же? Ну, нормально. Нет, уже да? Немного сильно. Да? Ну все, иди тогда играй. Мам. Гриша! Это что, Фоня наказан? Фоня? Ну зато на него, что типа напали там мальчики, начали его бить, толкать, а он найти подал сдачу. Ну. Из-за этого его якобы наказали. За такое не наказывают. Ну, не знаю, в садике папа забирал, на Афоню жаловались. А кто сказал? Папа. Значит, Афоня в своей комнате. Угу.